Привет, ребятки, в этом видео я вам покажу, как открыть инспектор в Chrome браузер. Все вы, наверное, слышали, что в Chrome браузере есть такая штука, как инспектор. Это такой инструмент, там, короче, куча инструментов, ну, набор инструментов от Chrome, который помогает, ну, разработчику, или вообще там не только разработчику, кому-нибудь там полазить, посмотреть, как там что работает. Ну да, у вас, скорее всего, разработчику, как посмотреть, что работает в интернете. В общем, кликаем правой клавишей мышки, кнопкой мышки на любом месте, вот на любой странице, допустим, на вот это, интернет-магазин Chrome. И выбираем посмотреть код. Вот это вот, по-моему, посмотреть код. Давайте посмотреть код. Да, и вот запускается инспектор. Вот это вот, да, посмотреть код, и запускается инспектор. А по-моему, даже Ctrl-E, ну дайте я проверю сейчас. Закроем Ctrl. Ну, что-то, Ctrl-Shift-E. Да, Ctrl-Shift-E, по-моему, да, вот заработало. Вот, нажимаем Ctrl-Shift-E, и запустилось. А ну давайте Ctrl-E. Ctrl-E не работает, Ctrl-Shift-E работает. Итак, вот мы открываем, и посмотреть код. И теперь вот, например, мы можем, вот видите, вот это вот код страницы, элемент, там, консоль, source, сети, тут, короче, целый списочек. Вот так вот открывается, запускается этот вот, как его, блин, developer tools is now available in Russian. Ну, доступен, он доступен, конечно, на России, в русском языке, in Russian. Так, ну, за него я, конечно, рассказывать не буду, что тут очень много настроек, и я сам их все почти, ну, я много знаю, но почти ничего не знаю, поэтому, да, вот. Запоминайте главное, Ctrl-Shift-E, оп, и закрыли, Ctrl-Shift-E, оп, и запустился, Ctrl-Shift-E закрыли, Ctrl-Shift-E запустился. Так что, вот так вот, заходим в инспектор в Chrome браузере.